Вера Васильевна родилась 16 апреля 1922 года. В 42-м вслед за мужем ушла на фронт. В качестве путевой рабочей головного ремонтно-восстановительного поезда номер 7, сформированного в первые дни войны, восстанавливала железнодорожные пути после бомбежек. Награждена орденом Великой Отечественной войны второй степени, знаком «Фронтовик» 1941-1945 годов. После войны работала санитаркой в детской больнице. Воспитала троих детей. Сейчас у Веры Васильевны трое внуков.